У тебя что-то как, Зайка? Ну что? Так себе. Стар. А что, мать, так себе, ма? Ну что, в бой он отправляет 20 человек. И тебя тоже. Но. Мой сын-то только первый не лезет, мы никогда. Ладно? Там толку нету, первый, второй. Мы туда поедем, мы туда и поедем на смерть. Там стоит батальон, когда? И нас 20 человек. Когда отправляется сын? Ну, хотели сегодня, вчера хотели, сегодня не хотели. Нам уже тут все смирились, что если мы туда поедем, то мы оттуда не выйдем. Почему? Мама, 1000 человек или 30 тысяч, или 30 человек. Да им просто нету смысла нас оттуда вывозить. Подполковников наш. Почему? Ну, потому что все стоит. Что они тут делали, как они это делали. Куда они стреляли, что они... Всех давным-давно продали уже. То, что... Ваш, что ли? И дорогу продали, все продали. Я вас просто думаю собраться и уйти, что ли, отсюда. Просто тупо уйти. Просто по лесу. И что, и потом сама приедут и будете таскать нахуй. Пойди, не найдут.